Сегодня от Петербурга в гостях в Республике Абхазия в Чимчирском районе. И я хочу сказать, что это территория, которая заслуживает огромного развития. На мой взгляд, после открытия аэропорта и развития этой территории будет иметь новое значение абсолютно для всех и жителей, и гостей Абхазии. Развитие промышленности, развитие инфраструктуры, транспортной в первую очередь, аэропорта, железные дороги – это те направления, которые я сегодня курирую в правительстве Санкт-Петербурга. И я передаю огромный привет и всем жителям Абхазии, и жителям Чимчирского района. Добрые слова, приветствия от имени губернатора нашего города Александра Дмитриевича Беглова и от имени всех жителей Санкт-Петербурга, которые с огромным удовольствием ждут и гостей из Абхазии у нас в Санкт-Петербурге, как одном из самых привлекательных туристических городов Российской Федерации. Также я уверен, что и жители Санкт-Петербурга с огромным удовольствием будут приезжать, отдыхать и получать свой заряд здоровья в этой прекрасной благодатной земле.